Всем привет! Это программа «Точка.ру». С вами Юлия Чернеева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем жила всемирная сеть всю минувшую неделю. Загружаемся! Сегодня в программе «Дорогу молодым». Чекинемся в парке Гагарина и смотрим, как там прошел День молодежи. Тольяттинские медики растопили лед модным способом, сняли клип. Чем прославились ехидные облака? Цифра недели. На Ютьюбе нас уже 1,5 миллиарда. А тем временем в Польше создали беспилотную картошку, в Америке флейту из морковки, но всех переплюнули сибирские блогеры. Они сварили спиннер из 3 «Жигулей». Все это и многое другое прямо сейчас. Парк Гагарина принимал в этом году праздничную программу, посвященную Дню молодежи. И погода не подкачала, и настроение было солнечным. В этом году праздник прошел под девизом «Живи ярко». И если вы пропустили все самое интересное, кусайте локти. Спортивные творческие площадки, мастер-классы по диджеингу и битбоксу, игре на музыкальных инструментах и танцам. «Живи ярко». Ищи фото по хэштегам и геолокации. Нет в нашей стране такого человека, который бы до сих пор ни разу не слышал шедевр группы «Грибы» «Тает лед». Пародию на этот клип, мне кажется, снимали все, от детей и животных до видных общественных деятелей. Наконец, хит добрался и до автомобильной столицы России. И как вы думаете, кто снял очередную пародию на «Тает лед»? А вот и нет. Врачи 5-й Тольяттинской больницы так потрудились над роликом, что лайки им так и сыпятся. Медики во главе с Николаем Ренцем спели про свои трудовые будни, посвятив песню молодым врачам. За несколько дней клип набрал почти 7000 просмотров. Завтра снова бой, перед вами снова цель. Двигайтесь за ней, сами действуйте смелей. Вылечите всех больных за парочку недель. Вот тогда и станете нас опытных сильней. Навстречу человеку сделай шаг, ведь его здоровью ты не враг. Хорошо и быстро его лечи. Вот зачем вообще-то нужны врачи. Наплевать, что зарплата крош. Утром нам вход, радостно идешь. Температура, сестра и процедуры между вами теперь. В Самарском университете проходит летняя космическая школа. Она посвящена сразу двум юбилеям – 60-летию запуска первого спутника «Спутник-1» и 75-летию Самарского университета. С каждым годом популярность космошколы растет, а ее география расширяется. В 2017-м получить знания и опыт в области конструирования наноспутников приехали 38 студентов и молодых специалистов-инженеров из Италии, Франции, Испании, Словении, Бразилии, Мексики, Боливии, Японии, Индии, Коста-Рики, а также в работе школы принимает участие профессор из Доминиканы. Двухнедельная работа космошколы проходит в 2 этапа. Первый – теоретический, а вот на втором этапе студенты уже сами соберут настоящие наноспутники. Параллельно со школой работает 2-й российский симпозиум по наноспутникам.
Количество подписчиков популярного сервиса YouTube достигло рекордно высокой отметки – 1,5 миллиарда. Эта информация поступила от официального представителя американской компании Google, которая владеет контрольным пакетом акций видеоплатформы. Согласно обнародованным данным, были подсчитаны только те пользователи, которые для входа на сервис используют свой Google аккаунт. Количество же зрителей, просматривающих ролики без регистрации, на данный момент неизвестно, но об их количестве можно только догадываться. В среднем подписчики YouTube ежедневно тратят не менее часа на его просмотр на различных гаджетах. Кстати, не забудьте и вы подписаться на YouTube-канал «Самара ГИС». И нам приятно, и вы в курсе всех самарских новостей. Ни дня, как говорится, без мема. Очередная забавная картинка разлетелась по российскому интернету за считанные дни. Еще бы, в ожидании настоящего жаркого лета грустит вся страна. Картинки с ехидными облаками пересылали друг другу все, кто хоть раз заводил разговор о погоде. Суть интернет-шутки в том, что вредные облака якобы намеренно устраивают ливни. Или наоборот, придерживают дождь тогда, когда он нужен. Да что я рассказываю, это надо видеть. Я опять бегу куда-то. Инженер из Польши Марек Бачинский создал беспилотного робота из картофелины. К корнеплоду изобретатель подключил суперконденсатор для накапливания энергии, а также двигатель и колеса. Для зарядки электрокартофеля требуется около 15 минут, после чего он может проехать 8 сантиметров. Также инженер создал блок управления, с помощью которого робот может самостоятельно прокладывать маршрут. Вот такая вышла беспилотная крошка-картошка. Продолжаем вкусную овощную тему. Как-то так совпало сегодня. Если соорудить картофельного робота вам пока не по зубам, двусмысленно вышло, не находите, то советую рискнуть и обратить внимание на морковный музыкальный инструмент. В сети появилась подробная видеоинструкция о том, как смастерить флейту из моркови. Итак, берем крупный плод, удаляем сердцевину с помощью дрели и делаем еще несколько отверстий. Казалось бы, странный ролик, но он меньше чем за неделю набрал десятки миллионов просмотров. Видимо, с первого раза получается не у всех. И это в то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной. Флейта из морковки. Но круче всех оказались на этой неделе блогеры из Новосибирска. Они сварили, и тут уже не до кухонных шуточек, спиннер из трех автомобилей ВАЗ. А вот знаешь, что, ребят, получилось. На самом деле, очень балдежно, классно машины сварить получилось, да? Сами видели, выглядит все это на самом деле как настоящий спиннер, но такого сумасшедшего вращения почему-то мы так и не добились, потому что они начали ломаться, где-то отвалился порог, где-то сиденье выпало, где-то что-то еще, но в результате мы все равно покатались одновременно, блин, на трех автомобилях. Если кто не в курсе, рассказываю, спиннер – популярная игрушка антистресс. В сети спиннерам посвящено огромное количество шуток. Они же быстро обрели популярность во всем мире и также быстро начали раздражать многих пользователей. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт
Твиттер, Инстаграм, группу ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Кстати, у нас там уже почти 14 миллионов просмотров. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк! Пока!